как один из признаков всех таких ментальных расстройств, это страх, что ты сойдешь с ума. Единственная мысль, которая у меня крутилась в голове, я начинаю просто сходить с ума, потому что это очень страшно. Как правило, они у меня не происходят в общественных местах, метро, торговые центры. И штука в том, что все тебе начинает казаться ужасно враждебным. Страх панический, который у тебя бывает во время панической атаки, он тебя заставляет почувствовать, что ты в этом мире с таким страхом одинок. И кому ты об этом не расскажи, об этом страхе, тебя никто никогда в жизни не поймет. Себе это называю ревизия, потому что я смотрю, настолько ли это было страшное место, каким я его видел в момент паники. Это как через много-много лет приехать куда-нибудь в какой-нибудь родной город или в родную деревню и увидеть, что яблоня, которая казалась тебе просто огромной, на которую можно было там целый дом построить, оказывается ничуть не выше там полутора метров.